То, что сейчас будет происходить, это просто дичь какая-то. У Илюхи разуто колесо. Разматываем лебедку. Сейчас попробуем Антохой поддернуть немного Эльку в бок, чтобы ее в канаву не занесло. О. Все, хватит. Стой, 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 подожди. Так, а Илюх, тебя за что цеплять? За что? За парк, ну где-то в районе паркопа там. Мы сейчас знаешь как сделаем? Не будем отцеплять. Нет, его. Антоха будет натягивать. Чтоб что-то страховать, да. Ну, мы да. Тебе будем говорить, чтобы ты натягивал. Да, да, да. Так. Да. Давай посмотрим, попробуем. Потом будем якорь. Будем якорь цеплять. Так. Я в якоре. Во. Надо сейчас нам подальше переехать. Антоху отцепить. Да, меня набрал, я вот. Ну что, ставки, докуда доедет? Я думаю, там зависнет на подъеме. Недооценивайте эту машину. А я сказал. Я выиграл! Суровая точка. Да. Даже выдернуть проблематично. Место. Не рой, не рой, не рой! Все, стой! Травица горите. А у тебя сколько попыток было? У меня ни одна. Не пробовал? Я Германа выдергивал оттуда. А. Так, еще попытка ходом. Подкидывает, да. Машина уходит в разнос, получается. Давай сам. Жесть. Илюху опять выдергиваем. Прям сильно. Жестко. Ну, ребята целенаправленно хотят ее взять. Прям чешется и свербит, надо взять точку. Все, почистили. Попытка еще ходом. Прям проваливается и проваливается. Опять там же. Надо сейчас попробовать до дна. Может, тут как бы вот так съезд какой-нибудь в поле. То, что здесь болото и дорога поднята. Оно сколько, я не помню. Может, ту сторону проще долбить, пробовать? Поехали. Сильно. Точка не беручка. Макс готовится. А кто помнит траекторию, по какой надо?
Диагональ. Да, еще раз, это твое. Давай еще чуть-чуть и все. Тебе надо вот там вот этот бугорчик. А попробуй. Попробуй попрями. Вот это правильно. О! Вот это я понимаю. Все отлично, все, ты доехал. Я понял. Но, кстати, этот бугорчик тут зацепиться можно будет потом, если протащиться дальше. Уговорили меня ребята, я теперь вообще не знаю, что делать. Это Илюха виноват, это он там накопал. Так-то машина по воздуху шла, а потом провалилась в твою колею, ты виноват. Наливаешь вечером. А тут вообще плотненько. Да, сейчас будет у нас контент. Ёханый Бабай называется. Да. Вот в такое положение меня еще ни раз не ставили. Сейчас Гера себя подтащит к бугру. Отлично. Пока нет. Не, так ну хоть так, это уже классно. О. Стой, Гера! Приспусти! Ну, как-то вот так это выглядит. Суровая точка. Ребята сейчас блок вооружают. Жестко все очень. Сейчас у меня, по идее, жопа провалится, а морда должна привстать. Но это не точно. Если честно, у тебя жопа вот так приподнималась, а морда наоборот опускалась. Интересно. На жопу, на жопу. Она сейчас пойдет вниз. Соорудили вот такой блок. Там, короче, Герман у нас на лебедке залазит через окно. Все, убегайте. Лесоповал, ветер северный. Гера, отойди, Феликс. Ничего, все нормально, давай. Макс, ты уже сможешь лечь, мне кажется. Нет, да ну, нет, еще подожди. Стой! Макс, мне кажется, ты должен достать лежа. Рост маловат. Чуть-чуть. Рост маловат у Макса. Есть! Сила! Это на видео, это даже не фото. Но надо сфоткать. Подожди. Лер, сфоткай, пожалуйста. Сейчас. Я думал, ты видео снимаешь. Ну, видео-то не прикрепить в группу. Началась операция по спасению Макса. Хорошо идешь. Давай еще один, нормально. Тащи, тащи. Макс, не надо так делать.
Все, стой, Гера. Сейчас мы отъедем назад немножко, Макс. Продолжаем спасательную операцию. Макс спасен. Так, небольшой видосик сейчас запилим. Почему мы эту точку брали только на лебедке? Герман ее вчера с разгону поставил, нас еще как бы не сильно взломал. Назад его вытаскивали долго. Вот все было поломано, приехали ребята, начали тут пробивать, копать. Здесь вот такой уклон. И мы вот сейчас ставим эксперимент. Вот лопата 67 сантиметров. Наступи на нее, Илюх. Здесь твердое. Ты где? Вот тут я где-то делал. Вот тут где-то, да. Там еще твердое. Если оно как бы 4 плюсов штатное. Вот еще. Ну мы что-то еще покопали? Сколько? Да, еще выкопали. Сантиметров 50. А теперь пошли к точке. Я там ухожу просто ногами по самую не балуйся. С другой стороны, Илюху тоже на лебедке вытаскивали. Вот здесь стояла у нас точка. Вот к ней подъезд, который был сделан. Так. Все, лопата. По самую ручку, да? Нормально. То есть еще дня два можно было смело тут окапываться. А потом здесь можно машину припарковать было, тентом накинуть, ее бы с дороги никто не увидел. Суровое местечко такое.